Здравствуйте, в эфире программа «Люди говорят» и с вами ее ведущая Елена Семеновичева. Мы предлагаем вам высказать свое мнение о тех событиях, которые происходят в социально-экономической сфере в Ненецком округе и в стране в целом. Сегодня мы решили выяснить, согласны ли жители Ненецкого округа с тем, что больничный лист надо оплачивать 100%, если вы заболели ОРВИ или другим вирусным заболеванием. Они не так часто случаются, эти заболевания, поэтому, наверное, надо оплачивать. Хотя каждый сам следит за своим здоровьем, он отвечает за свое здоровье. Но ничего не поделаешь, если идет такая инфекция. Я так считаю, это на все 100% бы надо платить. Ну, конечно, согласна. Заболел, сиди дома. Если у нас страховая медицина, обязательно 100%. Мы ведь не на юге живем. Ну, я думаю, желательно бы было. Да, я только за 100% оплату больничного листа. Ну, можно и 100, просто чтобы все не сели на больничный тогда. И те, кто не болеет, тоже. Конечно, обязательно. Чтобы не было нагрузку на сердце лишнее. Если у вас есть мнение по интересующему вопросу, задавайте его по телефону, на нашем сайте и лично мне. Каждый день наша съемочная группа выходит на улицу города с опросом. С вами была Елена Семеновичева. Увидимся.